Так, ну что, друзья, всем привет! Как у вас дела в этот прекрасный солнечный день? Надеюсь, все прекрасно. Сегодня я решила сделать для вас видео о моей коллекции обуви за последние несколько месяцев. Давайте будем считать плюс-минус за полгода. Это то, что я как бы купила, еще не успела надеть, так скажем. Особенно в последнее время мы никуда не выходим, поэтому... Ой, ну, такая возможность предоставится. Так, я вам буду показывать и немножко рассказывать. Это то, что я купила здесь у нас в Канаде, да? Не онлайн, а именно в магазине. Вы, наверное, я не знаю, в курсе вы или нет, но я обожаю удобную обувь, в особенности кеды в основном я ношу. И раньше я больше любила вот такие вот типа вот конверсов, я вам покажу их. Я и сейчас их люблю, но они на самом деле не настолько удобные, как вот, например, какие-нибудь кроссовки. Вот типа там Nike всякие и тому подобное. Вот, так, вот такая обувь мне нравится теперь больше, и она даже, мне кажется, более... трендовая такая в последнее время. Так, ну что, давайте я вам покажу, раз уж я начала говорить про конверсы, конверсы, которые я купила в последнее время. Смотрите, вот это первая пара. И вот такие, кстати, когда речь идет о конверсах, я люблю, в общем, вы сами, наверное, знаете, что конверсы бывают вот такие вот низенькие и высокие, high tops. Вот это low top. Я люблю low top. Здесь классический логотип, All Star. И вот смотрите, мне понравился, этот мне конкретно понравились из-за цвета. Вот вы бы сказали, какого они цвета? Вот я, когда их, на них смотрю, мне кажется, они такого бледно-оливкового цвета. Напишите, пожалуйста, как вам кажется, какого они цвета. А на самом деле, я когда их принесла, мне сказали, что они серые. А потом я посмотрела на теги, на них действительно написано серые. Но я все равно не вижу, что они серые. Мне все время кажется, что они такого бледно-оливкового цвета необычного. В общем, вот такие классные конверсы. Ни разу их еще не надевала, но в ближайшее время обязательно надену. Так, дальше. Смотрите, вот эти... Я один раз только успела надеть еще одни конверсы. Мне они сами понравились. Видите, наверное, почему. Они вот такие вот классные, такие блестящие, да? Я вам, знаете, почему их показала? Хотя я уже один раз ровно их надевала. Показать вам. Вот смотрите, вы бы сказали, что я их хоть раз надевала? Я сама не поняла, что их надевала, я уже забыла, пока не увидела вот здесь чуть-чуть, вот как бы грязненькая. А вот так у нас чисто в Канаде, а вообще Торонто это самый большой город в Канаде. И вот, посмотрите, вы можете в таком поверить, что я уже в них ходила, а они как новые у них подошвы, просто поразительно. Вот, ну, я их считаю новыми, потому что я их всего один раз успела примерить. Так, вот такие классные. Это я не знаю, что за материал. Ну, это искусственный материал. Я вообще-то люблю, конечно, кожаную обувь предпочитаю, либо текстильную. Всякие полиуретан, вот это кожзам, ни за что на свете я не надену. В них очень потеют ноги, во-первых, в такой обуви. Во-вторых, нога не дышит совершенно. И, ну, это не натуральный материал, поэтому я не люблю. Но вот это такое, как бы, внутри там все равно, получается, идет... подкладка из текстиля, поэтому конверсы вот такие веселенькие, классные, мне они очень понравились. Так, это номер два, сейчас буду откладывать, чтобы не запутаться. Дальше. Я вам только что сказала, что мне нравятся больше лоу-топы, да, нежели чем высокие. Высокие я... Ну, я просто как бы не имею тенденции их носить почему-то. Вот я всегда выбираю на низенькой посадке. Но, смотрите, у меня для вас есть пару исключений. Раз уж мы говорим про конверсы, вот еще одни конверсы, они высокие. Я их купила, во-первых, потому что, смотрите, вот, такая вот, вот такие вот маленькие детальки. Вот, смотрите, это классные такие сердечки, они просто украли мое сердце. И еще внутри вот такие вот сердечки здоровские. Это, я так понимаю, какой-то limited edition был. Очень красивый красный цвет, необычный, не просто красный-красный, а такой красный, но он не совсем такой яркий прямо, поэтому мне они очень-очень понравились. Я их еще ни разу не надевала,
Вот, ну, они высокие, но вот эти сердечки просто меня подкупили, и я очень-очень ими довольна. Я, кстати, долго выслеживала именно мой размер, поэтому вот, выхватила, так скажем. Так, все, с конверсами все. Теперь еще одни высокие кеды. Я, ну, вы поняли, да, я кеды люблю. Вот, смотрите, это от фирмы Keds. Вот, знаете вы такую фирму или нет? От фирмы Keds, я думаю, что знаете. Но смотрите, эти как бы не совсем высокие, то есть они что-то среднее. У меня все в шерсти, как всегда, и, потому что у меня две кошки дома. Вот смотрите, даже вот для сравнения. Вот эти, да, прям высокие-высокие, и вот эти чуть ниже, но они не такие низкие, как, например, вот Converse, которые low-top. В общем, вот такие кеды, ну, понятно, черный цвет ко всему подходит, классная. У меня от Keds, по-моему, нет никакой обуви, и вот эти, они сделаны, смотрите, по типу Vans'ов, то есть это вот классическая Vans, вот такой вот, у них такой дизайн Vans. От Vans'ов я не очень люблю Vans дизайн, у меня вот одни есть Vans, я их, кстати, на Asos 100 лет назад заказывала, я их заказала только потому, что у них animal print был, то есть это такое, что-то типа леопарда такого, и красивые они, необычные были, а так я Vans не очень люблю, вот, а вот эти Keds, потому что они черненькие такие, они ко всему, я решила, подойдут, у меня черных Кед, по-моему, нет, или есть, но, может, у меня вот есть черные, но они зимние. Вот, поэтому я решила, что это хороший вариант, если, допустим, какой-нибудь вот такой, например, яркий верх, да, и вот такие черненькие кеды, они будут немножечко это все приглушать. Вот, такой вариант от Keds. Идем дальше. Дальше, в общем, я полюбила в последнее время также резиновые сапоги, не удивляйтесь. У нас здесь, ну, довольно часто осенью, например, идет дождь, да, и у меня уже есть резиновые сапоги высокие, потом у меня есть такие, как сказать, низенькие резиновые сапоги, высокие черные, серенькие низенькие. И вот смотрите, я купила еще вот такие, они как бы что-то среднее, они не очень высокие, не очень низкие. Это от фирмы Sorel. Если вы знаете такую фирму, это очень-очень популярная в Канаде фирма, у меня от нее есть зимние сапоги. Это, по-моему, канадская фирма, если я не ошибаюсь. Они очень классно делают зимнюю обувь и зимние вещи, по-моему, они также делают. Вот, я их купила, вот этот классный такой яркий цвет, так как у меня серый, черный уже есть, вот такой вот веселый. Они не сильно тяжелые, бывают прям очень тяжелые. Знаете, от какой фирмы очень тяжелые? Ой, слушайте, вот самая популярная какая-то фирма резиновых сапог, я забыла, как она называется. Они прям очень тяжелые, мне это не нравится. Я люблю легкую обувь, и эти довольно легкие. У них такая вот подошва, смотрите, серьезная, да? То есть они как бы грип делают, то есть вы в них явно не упадете, не поскользнетесь. И очень-очень такая плотная-плотная резина внутри, вот такое, такая вот, как это вам показать-то? Вот такая, как бы, не знаю, что это за материал такой прикольный. И внутри также, вот видите, вот здесь высокую подошву, memory foam, как будто у меня такое ощущение там внутри, чтобы удобно было, комфортно ноге. Вот, очень продумано, обожаю эту фирму совершенно, Sorel. И я их покупала прям вообще по очень хорошей скидке, чуть ли не в 4 раза дешевле, чем они стоили, поэтому классная покупка. И, но, смотрите, чуть-чуть они немножечко мне, я бы хотела, чтобы они были на пол размера побольше, поэтому они немножко мне вот как будто маловаты, что ли, чуть-чуть совсем, поэтому не на 100% как бы я довольна, но вообще классные сапоги. Вот такие от Sorel. Я уже сказала, дешево очень купила, поэтому не страшно. Так, дальше. Смотрите. Прикольные такие вот эти вот ботиночки, полуботиночки. Смотрите, короче, это от фирмы Camper. Еще одна моя любимая фирма Camper. Очень классно, удобно обувь делает. Вот сейчас смотрите, как бы вам показать, так что вы заценили. Вот. Смотрите, какие, как прикольно, это динозавр, ну это ли не прелесть, вот это его голова, а это его попка, вот такой динозавр, и вот такие вот полуботиночки,
Вот, смотрите, такие, да? Мне очень понравилась вот эта идея с динозавров. Из динозавров и лаймовый такой цвет классный. Это, во-первых. Во-вторых, это вот такая... Сейчас вам поближе покажу. Вот, видите? Это как бы такой материал, как вот коровья как бы это... шкурка. То есть это настоящая натуральная кожа получается. Вот. Шикарная совершенно, очень удобная. Ну, я их еще на улице не надевала, но в любом случае выглядят они очень-очень весело, стильно и необычно. Я думаю, что они будут привлекать взгляд. Вот такие от фирмы Кемпер. Дальше. Друзья, вы должны знать, вы еще не знаете об этом, но я обожаю вот всякие такие, ой, жакеты в гусарском стиле, то есть милитари, да, но не милитари не сейчас, которая, милитари сейчас, которая тоже прикольная и стильная, но мне больше нравится, которая как 19 век, как гусарские выглядят. И тут, короче, я когда увидела эти вот сапожки, я сейчас вам покажу, вы поймете, о чем идет речь, вот. В таком стиле, вы понимаете, да? Вот. То есть гусарские такие заклепки на них идут. Я просто обалдела, я в них влюбилась моментально. Мне даже было не важно, сколько они вообще стоили. Они стоили изначально дорого. Это итальянские сапоги. Вот здесь, если вы увидите, написано на них «Made in Italy». Очень качественная. Эта фирма называется «Стратегия». Очень качественные, очень такие серьезные сапожки. И каково же было мое удивление, когда я узнала, что они на распродаже. То есть я, получается, их... Я бы готова была, если честно, за полную стоимость купить. Настолько они уникальны. Я очень редко что-то такое вижу. И если вижу, то я, конечно, покупаю. Вот, поэтому такие я еще и на распродаже купила. Поэтому я просто вообще их обожаю. И, ну, ни разу пока не надевала. Мне кажется, я их так берегу, чтобы ничего с ними не стало. Хотя, как я уже сказала, вам в Канаде у нас чрезвычайно чисто, и обувь носится, ну, просто не то, что годами, мне кажется, десятилетиями можно эту обувь носить, и ничего с ней не будет. Вот. Поэтому вот такие от стратегии итальянские сапожки шикарные. Так. Так, это все показала. Осталась последняя пара. Смотрите, вот эти классные такие. Это от еще одного моего любимого бренда, Cougar называется, но это как Кугуар переводится. В общем, смотрите, в таком стиле, когда вот так вот, это тоже очень-очень модный, прикольный дизайн. Это такие демисезонные полуботиночки, тоже внутри memory foam, то есть они очень-очень мягкие внутри, очень комфортные. Они против водоустойчивые, то есть в них... Я ни разу, вот эти конкретно я ни разу не надевала, но я сейчас вам покажу, которые я надевала, у меня они просто еще в другом цвете есть, я поэтому купила еще вот в этом цвете. Настолько они были, вот здесь написано, что они waterproof, то есть они с защитой от воды. Настолько они классные, настолько они удобные, я в них, сейчас я вам покажу, в каких я. Вот, такие же, как только красненькие, я вот в этих конкретно. Я в них ездила в Ванкувер, мы там ходили с утра и до самого вечера в дождину, потому что в Ванкувере всегда идут дожди. Поэтому я точно решила, что я хочу еще одну пару вот в этом цвете обязательно. Ну, это просто бомба. Демисезонные ботиночки, путешествия, потому что вы никогда не знаете, когда путешествие пойдет дождь. Два часа мзап, как говорится, вот. Так, ну что, вот, я вам показала то, что нашла из того, что я еще не надевала ни разу, свою такую мини-коллекцию. Напишите, пожалуйста, это новое, такое новое формата видео, напишите, понравилось вам, и что бы вам хотелось еще, чтобы я вам показала. У меня есть еще одежда, которую я вот тоже покупала в течение какого-то времени, ни разу еще не надевала. Я думаю, может быть, вам это интересно будет. Ой, оставляйте свои комментарии, пожалуйста, не забывайте подписываться, ставить лайк, звонить в колокольчик. И хорошего вам всем настроения, улыбок побольше. И увидимся в ближайшем будущем, в следующем видео. Пока-пока.